хард, слышишь меня? Да, 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 вот он. Я назад, надаль. Смотреть. Сейчас Мурлока ждем уже. Не раздвигайтесь так. Короче, я дам желтую метку, пока что все движемся туда. Тут только может быть СПН, либо пушки пытаться нас обстреливать. Че? По дороге пойдем или как? Да, идем по дороге просто. Камни, Пусть. Смотрите в бинокль, да. А там что-то было, РМ1, РМ2, что с этим делать? Это потом будет, сейчас какая-то бессмысленная. Тут только СПН может быть врага. М2 брать не будем, да? Давай сзади буду катить. Я так понял, да, поле на нем будет. У тебя это, Мурлок, очень длинная антенна, так что ты там, если что, аккуратно прячешься за просто камни. Не складывается через меню? Да, да, прям. Нет. Ствол рост еще сверху. Да, да, давай не двигаемся. Да, пристрелялся до замка. Отлично. Нам, Мурлок, нужна очень сильно ваша поддержка, чтобы пока мы плыли, вы могли нам помочь. Так, ну, плывем. По замку могу стрелять, как бы. Все, тогда более просто стреляй пока по замку. Просто. Рик, кто? Я должен, да. Да. Рам первый потихоньку начинайте плыть. Не того боя все плывите.
туда стреляет. Одного убил в камнях. Справа или слева? По правой, по левой, по правой, как? По правой самой, по левой, вот туда танк зарядим. Ну, в чем дело? Пока что сидим, подавляем тоже. Бля, ребят, ты вы посматриваете? Там... Сейчас в пил смотрю, я в пил смотрю. Хорошо, спасибо. По берегу. Еще, Рик, не видишь никого? Я убил там одного. Да, я живу. Эй, за сатринашка, я ближе проверю. Так, я на башне. Так, пех наверху твой, да? Ага. Не, это я там. Рик живой? Да, да, потом. Шукас вот это. А там тут наш капец. Дайте на себя метки, мужики, где вы находитесь, не понятно. Я, блядь, сюда снайпера бы, блядь, шайтан тебя бы этот, блядь, город и запиздит. Шайтан, переплывешь пока? Могу, да. Они знают, что мы на кастро, мужики. Меня пытаются убить, мужики. Откуда стреляют? Где-то так смотрено. Ты живой? Да. Убили. Дело, продолжай. Начинаю переплывать. Вот где взрыв, там сидят, блядь. Лафтин. Пиздец, дымов накидали, нихуя не видно. Ты по дому, Харт. Я топаю постоянно. Что-то не ты. Домики. У меня вот здесь, Лавкин жив. Да. Да. Вот это прям слив. У нас раненые есть тут палатка, блин. Тут товарищ. Нет, это я стрелял, это я стрелял, убил противника. Все, отлично. Чисто. Еще одного. Тут живы? Верю, блядь, приходи за мной, ты где ты? Я в дом зашел, двухэтажный. Сквозь проходи. Нашего убило, да? Да, нашего убило, перебегало. Ну, походу это там где-то, блядь, то ли в углу сидит, то ли, блядь, тихо. Сейчас перевяжусь, поищу. Короче, пусть чувак. Короче, клетка харда, там против. Красный. Ты с РПГ? Да. Подожди в этом доме, сейчас тебе перебью. Он это тупик.
раз найти, там 300 кустов ловить сейчас. Да я, блядь, потерялся вообще. Я вижу пулемет, короче, со стены, такой говорю: Рик, это ты? Ты в карте? Ты говоришь: да, я. И там чувак сидит в карте, короче, с пулеметом. Я говорю: посмотри на меня налево. И он берет налево, смотрит, короче. Выходит, я ему, блядь, ебальник крошу, понимаешь? Это пиздец. Враг был? Это враг был, блядь. Да. То есть он сидел, слушал нашу КВшку. Тарасик такой, как и другие. К соседнему входу забегай. Кровоты пошли. У вас с севера подбегает противник к дворцу. С севера противник. Один пех. Дымы кинул? Дальше пробегает. Вот его, кажется, встретили. Внимание! Первая пятничная миссия закончилась победой обороны.